На диете можно питаться вкусно и полезно. Хочу вам рассказать, как приготовить шашлык по Дюкану, в котором нет ничего лишнего, и он великолепно подходит для чисто белковых дней. Диета Дюкана – это одна из самых эффективных диет во всем мире. Ее разработал французский диетолог Пьер Дюкан. Главной ее особенностью является высокое содержание белка. Сегодня мы приготовим шашлык, который разрешен на этой диете. Это невероятно вкусный, сочный, ароматный и аппетитный шашлык. Давайте худеть вкусно. Куриное филе 2 штуки. Йогурт 1 столовый кон, натуральный, обезжиренный. Специи 0,5 чайных ложки, кориандр, куркума, паприка, имбирь. Соль по вкусу. Количество порций 4-6. Подготовьте ингредиенты. Куриную грудку нарежьте кубиками. В глубокую миску выложите нарезанное куриное филе, слегка посолите, посыпьте специями. Добавьте натуральный обезжиренный йогурт. Хорошо перемешайте, оставьте мариноваться на 1,5-2 часа. Замаринованную курицу нанизайте на шпажки. Шпажки обязательно смочите водой, чтобы они не горели при выпечке. Выложите шпажки на решетку, вниз обязательно поставьте противень. Отправьте в разогретую духовку до 200 градусов. Запекайте 10 минут на одной стороне, переверните шпажки и 10 минут запекайте на второй стороне. Это невероятно мягкий и аппетитный шашлык. Шашлык по Дюкану готов, прошу к столу.